mini kart. Армия тьмы. Умираю. I don't have enough spirit. Душок не дали еще. Спиваем. Готово. Где награда? Кто тут забрал уже? Так, что там осталось-то? Пиромакти. Еще одна локация на тайны краба надо прыгать. Можно, в принципе, еще был один риф пролететь. Нормально, мешки-то, мешки. Мешки-мешочки. Recruit has left. My foes lose some of their strength. Кто-то долго из игры выходит. Давай, окей. Лидер дурдушки кидает. Лидер сам прыгает туда-сюда. A new recruit has joined my party. My foe is gained. Not enough spirit. I need spirit. Локация еще хорошая. Монстров много. I don't have enough spirit. I need spirit. The gods strike through me. I don't have enough spirit.
Not enough spirit. Your flaws are revealed. А кто к нам прыгнул? Зачем? Тайный крот. I will not do that. Your strength fails. I need spirit. Вся карта, ребят, скелет. Лол. Некромант один. Сколько, интересно, максимально может быть? I don't have enough spirit. You are defeated. That ability is not yet recharged. Ой, ваншот. Not enough spirit. С рефлектом, который, ребята. Ha! A vicious strike. Your strength fails. I need spirit. Rethink your intent. Давайте их убьем. It cannot be done. This fight is over. Что за мазь? Нет, не знаю. Я о чем вообще? It is not ready yet. Сколько там осталось, Пермакс? Еще один на интро. What you ask is impossible. It cannot be done. Not enough spirit. I will not do that. He's over here. Oh no. They're here. Fight them off. I give him the antidote.
Ну и чё? Мешочек. Посмотрим, ребят, сколько там легенд будет. Если быть точнее, сколько там рецептов будет. 100-500 рецептов. Сейчас, наверное, пару забегов и будем открывать. Вот это следующий и будем открывать, может. На удивление, просто с монстров легенда не падает. То есть даже рецептика ничего не падает. Это троллинг, ребят, от Близов. Вы это видели? Кольцо. Лол. Кольцо выбили. Not ready yet. I need spirit. Oh, pretty cool. That ability is not yet recharged. Stream, bro. Blizzard стрим смотрит, лол. Блин, дай-ка дадим ему, чтобы он это не говорил ничего. Скинем к нему колечко. Давайте, ребят, я еще один рифт пойду. А то этот быстро получился. Мадав, привет. Да, дроп по-прежнему такой. Не очень. И кольцом меня не подкупить. Близзард. I must wait to use that ability. Данилыч просит... Лол, ребят, легендарный рецепт, зеленый. Данилыч просит передать Близам, что... Инвайт ему по-прежнему не пришел. Близам, да не забудьте Данилычу дать инвайт. Not enough spirit. На хардстоун. You are defeated. Шучу. Но у нас нет такого рецепта. Ой.
Валериш, привет. Кольцо, да. Посмотрим, что там за кольцо. Бартер, они в чатике, наверное, сидят там. Может, тебя услышат. Близок. Морпех, привет. Кольцом, ребят, не подкупить. И рецептом зеленым тоже. Ой, в топку. Живный элитник. Давайте всех убьем за синего. Прыгнем, я вам на ребят портнусь. Чтобы не бежать. Кричать и радоваться, да, Маркет. Танцевать начнет. Кольца просто. Мем по скрашен блоу. Тоже нормально. Где босс? Да, все, уже босс убили. Нормально все, ребят, по мешкам-то? Давайте еще один ран и будем открывать мешки. Рассылают они на аккаунты, которые давно уже существуют, там куча игр, в основном на такие аккаунты. Что за ошибка? Заново, ребят, заходите. Такая была ошибка. Еще пару мешков, и там мешок будет стримить. Оба-на, ребята, в рифте. Это сказочная долина, прикол. Лол. Если, ребят, хотите посмотреть на рифтовую эту
с радугами на меня прыгайте. Если вы еще не видели. Воу. Я, по крайней мере, не видел. Черное облачко. Понял, левел. В рифте. Not enough spirit. This fight is over. What you ask is impossible. Суровый уровень с медведем. И с черными облачками. I don't have enough spirit. It cannot be done. Бета привязывается к аккаунту сразу. I will not do that. Not enough spirit. Медведи. Велосипеде. Your flaws are revealed. Rethink your intent. I need spirit. Ну, значит, там Близзарды полностью рандомно рассылают эти бетки. Раз он меху на левый вообще аккаунт пришла. Значит, рандом. Уже есть. I don't have enough spirit. Cannot be done. I need spirit. Одни синенькие мишки здесь, ребят. Уже третья элита, и опять медведи. Где выход? I will not do that. Еще медведь. I don't have enough spirit. I must wait to use that ability. Отличный выход. Такая же долина, только другого цвета, ребят. Прикол. Может, все этажи пройдем? Посмотрим. Пошло, ребята, истребление медведей. По черному просто.
What you ask is impossible. Тоже. Другой цвет. А босса там оставили. Сзади. That ability is not yet recharged. Пойдем посмотрим. Rethink your intent. Not enough spirit. Оба-на! Чё ты поезд такой мелкий? А, это, ребят, оригинал. ПТРочка выбил. На ладошку. Кастет Грац. Давч. Без сакета, конечно, без мейнстата, фигня какая-то. Vicious strike. Шесть крита, витал. I must wait to use that ability. Первый вроде нормальный. Консенсус там скрафтил что-то, пояс. Пояс с атак спидом. Ничего себе. С атак спидом пояс рядом скрафтился. Во. Ой-ой-ой. А сколько максимально, блин, посмотрите. Пошли, ребят, супер вещи топовые. Это был. Как вам такой амулет? Это лол, конечно. I will not do that. Ой, с атак спидом. Откуда рецепт? Выбил, наверное? Откуда рецепт? Они вот падают, как снег. Все, ребят, сейчас мешки будем открывать. A recruit has left. My foes lose some of their strength. Сейчас я быстренько чекну, что он там нападал. Фигня, фигня. Желтая фигня.
Колечко, спасибо. А там тоже гляну. Прогнозы, да, какие прогнозы, ребят? На количество легендарок. Не знаю, минус 10 легендарок. ПТР, Кайман есть. Открытое, но не дополнение, а патч, предпатч. A new recruit has joined my party. My foes gain strength. I will not do that. Farewell, my friend. Ну, поехали, ребят. Рецепт. Один. Два рецепта. Три кастет. Четыре кольцо. Четыре легенды, ребят. Кастет. Кольцо. Кольцо. Рецепт. Четыре легенды. Никич впервые всех написал. Профит, ребятушки. И рецепт на какой-то там дайбо. Легендарный сет. И дай его, давайте, да. Дай его обычно. Распидин. Распидин форс, ребят. Дай его. Неужели это который с... как она называется? С темпы страшного, ребят, нет? Распидин. Ребята, мне фартануло. Консенсус, рецепт. Интро-рецепт. Тайна краба ни одной. Играйте за Монка, ребят. Профит. Монк Пауэр. Жалко, конечно. Ну, Распидин это не на темпе страш, а почему его скрафтить можно? Может, Близзарды все это в крафт засунут? Это крафтим. Где эти ресурсы возьму, крафтим? На ресурсы нам нужно будет дэмэдж наролить на скорне, потестировать. Странно, все в одну сумку уместилось. Лол. Раньше больше было хлама. Даже хлама, ребят, меньше стало. Несправедливость.
Ой, вообще шикарный поезд, ребят, с Fire Resist, там, с Лайвом, с Дексой, с Виталкой. Армор наролить, два радиосподбора, вообще шикарный поезд. Окей, счастливо. Консенсус. Шесть критабл, ну пофиг. Да, поиск крутой вообще. Просто, ребят, поиск топовый. С файр-резистом. Бац, 1570. Сейчас будем открывать легенду. Сейчас мы только чекнем кольца. Это классно, кажется. То есть вместо сакета мы дексу ролим. Что же, ну... Вместо виталки крит урон. Да, чисто потом надо посидеть с этим кольцем, поразбираться. Да, и три кольца нормально. Все это потом будем думать. Поехали, ребят, легенды смотреть. Колечко, летание. Дыдыщ. С фаризистом. Ну, что-то не очень на самом деле. То есть крит можно наролить. Такое. Дизнем, наверное. Дыкса так спит. Тоже чушь. Снижать количество предметов нужно для сета. Фигня. Это уже лучше. Без бонусов
Но, впрочем, мне нравится ловкость с леталками. Резистом дофига зря. Ну вот это оденем, в любом случае будем от него отталкиваться. Там наролить еще крит урон можно. Ну, у нас ДПС подевался. А, мы пояс один. Фигня, Уоллинг Хост. Смотрим кастет. Лилищ. Скелет уроном, ребят. Сокет здесь надо ролить. Вместо отголоска ставить. Пойдем протестируем бесконечно наш экстрайк. Сейчас пересоздать надо. Спасибо, ребят, за пати. Побегаем еще потом. Обязательно. Круто, чё, ребят? На самом деле прикольный бонус. Специально для фарма нормал. Бесконечными телепортами. Да, ребят. Крутотенько. ДПС, конечно, не очень. Но прикольно. Их убивает, ребят. 300 дэмэджа еще наносит всем на своем пути. Dashing Strike еще убивает здесь. Лол. Вообще прикол, ребят. Ну это супер скоростной монг получается с этим кастетом. Урончика, конечно, маловато в кастет, но это круто.
Так, ладно, вещи потом разберусь с вещами. Кастет оставляем ролем, два кольца Дизы. И ролим ДПС на скорби. А нужно ли это делать? Тоже потом на свежую голову паду. Да, все из мешков с нормал. Пассивка на скелетиках нет, не работает. Ну как-то так, ребят. Поезд нам нужно наронить. Вот. Обязательно. Но роллом займемся это в другой раз. На сегодня, наверное, ребят, закончим стрим. Побегали отлично, пофармили. Да. Давай сейчас меч. Заними руки. Не знаю, либо отдохну, либо сейчас в Хардстоун чуть поиграю. Дьявола на сегодня хватит. Все, ребят, всем спасибо, кто смотрели. Всем отличного настроения. Спокойной ночи. В принципе, ночь уже. Ну и до скорых встреч. Анонс следующего стрима, в принципе, в группе будет. Пока, ребят.